12 мая президент России Владимир Путин объявил о новой мере поддержки семей во время пандемии. На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет он поручил выплатить по 10 тысяч рублей. С 1 июня выплаты уже стали поступать на счета заявителей, но не все родители, с которыми проживают дети, смогут получить эту поддержку. Почему, расскажем в следующем сюжете. Выплата стала неплохим подспорьем для семей с детьми. В Чувашии уже рассмотрено более 100 тысяч заявлений. По ним с 1 июня этого года выплачено около 1,5 миллиарда рублей. Подать заявление на выплату можно до 1 октября. Сделать это могут оба родителя. Бывают случаи, когда два заявления поступают и от матери, и от отца. Конечно, преимущественно здесь право даем по линии материнства. Заявление в первую очередь рассматриваем, если вот одновременно в один день, рассматриваем заявление матери. Поэтому отказ может получить отец. Из-за этого многие разведенные родители оказались в сложной ситуации. Известны случаи, когда выплату получили родители, с которыми дети не проживают. С матерью моего сына мы в разводе 2008 года. С 2010 года мой сын живет со мной. Ходил в детский сад здесь и по сегодняшний день ходит в школу. На сегодняшний день нам исполнилось 14 лет. Все эти 10 лет расходы на ребенка несу я. Получилось так, что после указа Путина я написал заявление пенсионное на получение субсидии 10 тысяч. Мать опередила меня по этой субсидии. Немножко обидно, что отец несет все расходы, а деньги получает мать. Я думаю, вся эта ситуация не только касается, конечно, и отцов. В таких же ситуациях оказались и матери детей. Что они несут все расходы на содержание своих детей, а дети получают родители, которые не несут воспитания, финансовые нагрузки, но умудрились получить, оформить заявление первыми. И таких случаев довольно много. С точки зрения имеющегося законодательства нарушений нет, поскольку ни один из родителей не лишен родительских прав. Не исключено, что получить деньги от второго недобросовестного родителя будет возможно только через суд. Прокуратура уже прорабатывает этот вопрос, но прецедент пока не создан. Богдана Дойникова, Татьяна Трофимова, Николай Скворцов, Республика.